Здравствуйте. Привет, 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 привет. Вы не поверите, вот у нас же зима всегда наступает неожиданно в стране, а у нас всегда неожиданно наступает 8:30. И кого-то одного из нас всегда нет. Вот сегодня у нас нет Санжара. У нас сегодня нет. Сейчас он откуда-нибудь прибежит, и мы ему все дружно поаплодируем. Скажем, Санжар, как хорошо, что ты с нами. Вот, поэтому... Внимание! Поэтому всегда, вместо того, чтобы начать играть сразу музыку, я всегда говорю, потому что они всегда обламывают начало концерта. Ну, у вас же есть список, начните играть. Давайте, начинайте. Я не знаю. А, сейчас мы еще настроимся. Давайте я вам расскажу немножко о том, что у нас происходит. Ноябрь очень тяжелый месяц, потому что в ноябре всякие люди, которые собирают большие концертные залы, стадионы, очень любят давать отчетные концерты. Вот. И для того, чтобы нам кормить наши семьи, мы играем с такими артистами. Вот, например... Наконец-то началось. Например, Петр Ившин играет со всеми. Петр Ившин. Сергей Гейр. Он играет с Алексеем Чумаковым и Сергеем Мазаевым. Санжар играет с Алваном. Санжар Турсунов. А я играю с этими замечательными ребятами. Но из-за того, что они так сильно заняты, мы встречаемся крайне редко. И от этого мы очень ценим, что вы к нам приходите на концерты. Потому что это тот самый один день в месяце, когда мы балуемся и занимаемся тем, чем мы хотим заниматься, а именно музыкой в нашем представлении. Поэтому у нас сегодня два малых барабана, друзья мои. Два малых барабана. Сейчас закончится вступление, и вы почувствуете разницу. Ну что, наслаждаемся, да? Получаем удовольствие. Thank you.
Никита, друзья мои, Никита. Забыл сыграть тут, да, в этой песне. До этого играл, сегодня не сыграл. Надо чаще встречаться. Сегодня у нас вечер заказов, у нас сегодня стол заказов. Так как мы увиделись первый раз за месяц, сразу пришли на сцену, начали вспоминать, что же мы можем сыграть. И вот следующую композицию, ее захотел сыграть Санжар. И это будет композиция, которую написал Джошуа Редман, она называется «Hearing Home». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Д'Анджело, Африка. 6 ноября. Москва. Thank you.
сыграем для вас композицию, которую написал Никита. Он не придумал для нее название, поэтому она называется Никита. Блинов Никита. Понимаете, почему эта композиция называется Никита, а не Блинов, да? Никита! Thank you.
Thank you.
Никита Блинов. Он каждый раз в этой песне разрывает мое сердце. И, Леша, я завожусь. И мы в нашей программе мы дошли до красного уголка нашей программы. Красный уголок — это самое ценное, самое любимое. Только для вас. Стас Михайлов в Кремле. В нашем красном уголке обитает композиция под названием «Stop Restrain», которую написал Джон Мейер. Лично я люблю очень. Прямо она мне очень нравится. Петя, она тебе тоже нравится? Петя тоже нравится. Когда Петя делает серьезное выражение лица, ему, значит, очень нравится. Да. Ну и давайте начнем. Thank you.
Сейчас сыграем для вас композицию, нашу композицию, которую мы... До свидания. Спасибо, что были с нами. А, вы вернетесь? Классно. Ну, они пропустят следующую композицию, ничего страшного. А следующая композиция... Мне нравится писать иногда что-то такое, думаешь... Чтобы написать такое дурацкое, чтобы оно прям было окончательно дурацкое, чтобы можно было расслабиться и когда ты играешь соло, не думать о том, как, что о тебе подумают люди, а просто играть. Вот. И следующая композиция, она называется «Old Старички», и она как раз вот такая, где можно не париться. Олдс, это другая композиция.
Спасибо. Давайте, перед тем, как мы вас покинем, я вам еще раз расскажу, кто же был на сцене. Петр Ившин. Петр Ившин. Никита Блинов. Санжар Турсунов. Сергей Гейер. Просто Сергей Гейер, друзья мои. Меня зовут Николай Моисеенко. Спасибо огромное, что вы были здесь сегодня с нами. Спасибо большое. И... Нет. Нет. Перестань. Мы сейчас для вас сыграем композицию, которую мы очень любим, которую, знаю, любят очень многие посвященные. Это композиция группы Letus. Она называется «Dump». Ну, я долго пытался понять, что же это такое. По сути дела, это канализация. Так что, друзья мои, композиция про подземку. Вот, и я вас сейчас никого не вижу. Еще раз огромное спасибо, что вы пришли к нам. Мы с вами увидимся через месяц. Насколько я помню, это будет 23 декабря. Здесь же. Начинай петь.
Thank you.
Спасибо. Петр Ившин, Никита Блинов, Санжар Турсунов, Сергей Гейер. Меня зовут Николай Моисеенко. До новых встреч.